Ну что ж, программа «Наше утро» на телеканале ОТВ продолжается. Мы говорим вам доброе утро, да, на часах 7:51. Да, а у меня другое время. Ну что ж, как мы и обещали с Денисом до того, как ушли на паузу, мы поговорим о фестивале «Весна студенческая». Итак, внимание! Это единственная в России программа поддержки студентов, развития творчества этих студентов. Проект реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя 80 федеральных, региональных, 10 всероссийских и 4 международных мероприятия. Ежегодно в программе участвуют более 1,5 миллионов студентов. Сколько участников в этом году мы с вами будем ждать. Поговорим об этом с нашими гостями. Да, итак, встречайте. Это Марина Горбачева, председатель Российского союза молодежи Челябинской области. И Дмитрий Бабушкин, руководитель пресс-службы нашего фестиваля. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Денис. Очень приятно видеть вас в таком хорошем настроении. Расскажите, пожалуйста, Марина, вот какова география фестиваля в этом году? Ну, в этом году студенческая весна города Челябинска принимает 11 высших учебных заведений. То есть это ребята у нас, которые учатся как там, в филиалах тоже высших учебных заведений. Но также студенческая весна прошла у нас в районах, в 7 районах. Сейчас еще заканчивается выступление у нас. Там участвуют у нас студенты СУЗов, то есть заведений профессионального образования. Так что еще на нашем фестивале есть гости из города Троицка, Снежинска, Магнитогорска и Коркино. Так что вот в этом году география у нас довольно обширная. Ну что ж, замечательно. И сколько планируется в этом году участников? В этом году у нас порядка 600 участников принимают в 2 конкурсных днях и порядка 300 участников, наверное, в заочном конкурсе. Ну и, конечно же, как сказала Марина Александровна, принимают участие студенты средних учебных заведений города Челябинска. Поэтому порядка 1000 студентов Челябинской области принимают участие в фестивале. Так, ну мы говорили сегодня о датах, 7-8 апреля, предварительный этап. И вот скажите, какие жанры проходят вот именно в эти даты, 7-8 апреля? Отборочный этап, я имею в виду. И очень, кстати, важный вопрос, поскольку вот была пандемия, да, есть ли, существует ли такой онлайн-отбор? Онлайн у нас, это мы называем сейчас это заочный конкурс, он у нас был в прошлом году, это журналистика направление, а все остальные конкурсные номинации у нас проходят очно. Вчера у нас было танцевальное и музыкальное направление, самые традиционно массовые направления, и на сегодняшний день, на 8 число, у нас тоже... Театральный и региональный жанр сегодня мы смотрим. Поэтому программа насыщенная. Ну и, конечно же, как сказала Марина, у нас в заочном этапе проходит журналистика. В этом году мы в журналистику добавили новое направление TikTok. Студенты вуза снимали модные, популярные, короткие видеоролики о студенчестве и весне, конечно же. Ну и литературное творчество. Студенты проявили желание возродить давнюю традицию и читать стихи, писать собственные произведения. Хорошо, вот скажите, пожалуйста, в этом году фестиваль данный чем будет отличаться от предыдущих, допустим? Каждый фестиваль по-своему, мне кажется, уникален. Порядка 25 лет проходит он в Челябинске в этом году, юбилейный год. А каждый год очень интересен. В том году у нас достигла пандемия, поэтому мы все перешли в онлайн-формат. Но вузы были готовы к этому. В этом году мы встречаемся традиционно, офлайн, и, конечно же, все рады этому. Безумно рада этому, я бы хотела вам добавить. Но всем, наверное, телезрителям интересно, когда же будет проходить гала-концерт, чем будем удивлять, когда он состоится, какой он будет. Расскажите нам, поделитесь секретиками. Он состоится 16 апреля, здесь секретов нет. Он пройдет у нас также в центре торговли на Ленина 35. Но раскрывать секреты именно режиссерские задумки мы не будем. Оставим это именно на гала-концерт. Там традиционно у нас принимают участие в самом гала-концерте лучшие номера. Причем не всегда это прям золотые лауреаты. То есть есть действительно классные, отличные номера, которые мы включаем в гала-концерт. И, конечно... Это очень всегда красиво, очень энергично, очень заряжает. Мы все ждем тоже. Конечно, еще стоит отметить, что участники получают обратную связь от жюри и зарабатывают свои номера, и гала-концерт, это прям конфетка, мне кажется, получается.
Ну, да. Вот слушайте, у нас не так уж и много времени. На самом деле интересно, а судьи кто? Кто будет в составе жюри? В составе жюри традиционно у нас известные личности. Среди них, например, Татьяна Киашко, Владимир Антон Бутаков, Антон Бугаев, Елена Межова и Борис Каплун. Да. Угу. Ну что ж, то есть все такие мэтры, мэтры искусства. Да, да, друзья, ну я отмечу, что самое это интересное, что на гала-концерт попадут не все, а только избранные по пригласительным билетам. Ну а наших телезрителей мы приглашаем на онлайн-трансляцию, которая будет также на телеканале ОТВ. Мы надеемся, что мы войдем в число избранных. Да, спасибо вам большое за то, что вы поделились не только информацией, но и своим хорошим настроением. Действительно приятно вот так вот видеть такие улыбающиеся лица. Спасибо вам большое. Пусть все пройдет замечательно. И масса положительных эмоций и впечатлений, мне кажется, гарантированно будет всем. Ну, а для вас все-таки весна студенческая – это работа, поэтому сегодня прекрасной работы вам. Да, ну а я напомню, что мы беседовали с Мариной Горбачевой, председателем Российского союза молодежи Челябинской области. И Дмитрием Бабушкиным, это руководитель пресс-службы нашего фестиваля «Весна студенческая». Да, ну что ж, а сейчас у нас, мы вернемся в студию скоро? Скоро. У нас пауза на телеканале ОТВ.